Думаете, легко правильно приготовить пельмени? На самом деле, чтобы пельмени получились по-настоящему вкусными, недостаточно просто взять и бросить их в кипящую воду. Опытные хозяйки и хозяева хорошо знают о том, как важно в определенный момент подлить в кастрюлю кружку холодной воды. Сейчас расскажем, когда и зачем. Оптимальное соотношение жидкость-продукт составляет 500 граммов пельменей на 1,5 литра воды. Добавлять в воду можно специи, соль, лавровый лист, черный перец, лук. Можно экспериментировать и с другими специями на свой вкус. Также нужно добавить 1-2 столовые ложки растительного масла, чтобы пельмени точно не слиплись. Если хочется сделать тесто пельменей более мягким и душистым, необходимо влить стакан холодной воды в кастрюлю, как только пельмени всплывут. В этом случае варить придется на несколько минут дольше, однако пельмени на выходе получатся на порядок вкуснее. Попробуйте и приятного аппетита!